я сейчас руковожу участком по нанесению гумированного покрытия или кислотостойкого. На моем участке происходит защита металлических изделий роликов от попадания кислоты. Компания решила вас наградить, отметить. Как вы говорите, благодаря руководству, которое представило вас к этой награде. Но я уверен, что эта награда заслуженная. Спасибо. И что вы никогда не остановитесь на достигнутом и будете до новых вершин идти теми самыми маленькими Спасибо. Шажками, но постоянно. Спасибо. Поэтому я вас поздравляю. Спасибо большое. Вас, ваш коллектив. Эта награда для меня значит ступенечка, которую можно с гордостью для себя можно отметить в жизни.